В связи с праздничными мероприятиями 23 и 24 июня в Чебоксарах ограничат движение и стоянку в центре города, а также парковку у мемориального комплекса «Победа». Два дня с 22:30 до 00:30 автомобили не смогут проехать по улицам Карла Маркса, Константина Иванова, Ленинградской, композиторов Воробьевых, Калинина, Ярославская, проспекту Ленина, Президентскому бульвару, Красной площади и Московскому проспекту. Это не касается маршруток и легальных легковых такси. Объезжать закрытые участки можно будет по улицам Гагарина, Пирогова, 30-й автодороги и проспекту Никольского. 24 июня также ограничат движение с 17:00 до 18:45 по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградской и Красной площади. Объехать можно по улицам Энгельса, Ярославской, Президентскому бульвару. Для автобусов городских маршрутов на этот период будут действовать остановки ОАО «Стройтрест номер 1», «Гимназия номер 2», медсанчасть МВД по улицам Энгельса и Ярославской. Кроме этого, на ряде улиц запретят стоянку. 23 июня с 17:00 до 24:00 на Красной площади, Президентском бульваре и улице Ленинградской. 24 июня с 12:00 до 18:45 по проспекту Ленина и улице Карла Маркса. Также напоминаем, что 23 и 24 июня троллейбусы и автобусы будут работать по продленному режиму до часа ночи и до полуночи соответственно.